Всем привет, дорогие друзья мои и подруги. С вами, как всегда, Алекс, и это Starfield. Будет финальная миссия. Финальные миссии, финальные квесты. Поэтому вот этот корабль мой, это моя новая невеста, точнее уже не новая, старая, Сара Морган называется. Вот, она даже сюда пришла, смотри-ка. Вот, это мой кораблик усовершенствованный. Как ты видишь, здесь много хороших модулей, хорошие ракеты. И последняя миссия, задание, да, нам говорит откровение. Вам надо земля в погребенном храме. Перейти к Массандре 3. Кстати, я там был чисто случайно на Массандре 3, точнее на орбите этой планеты, и сбил два вражеских корабля. Как ты помнишь, это вражеские, ну, за артефакты мы, в принципе, то сражаемся, да, с ними. Вот, как раз. И получилось так, что чисто случайно они мне попались по пути, по побочному квесту, к которому я летел очень далеко. Кстати, квест очень интересный. И у меня иногда такое складывается впечатление, что побочные квесты здесь есть. Есть, но не все, конечно, есть. Очень интереснейшие. Вот, именно побочные. Ну, не все, конечно, но большинство такие являются. То есть я летел как раз вот через эту, ну, через эту систему. То есть я летел, я, по-моему, либо в Кан, либо, ну, куда-то сюда летел, короче, и пролететь никак нельзя, потому что космос трехмерный. Вот, и вот так вот вышло так. Мне надо сюда. Да, давайте на орбиту, прыжок. Прыгать я могу далеко, как ты видишь, да, у меня все класса С. Класс С — это такой, ну, это хорошая элита. И гравипривод, и двигатели. Если не знаешь, как это все добыть, раздобыть, поставить, посмотри гайдик. Гайдик тебя очень сильно обрадует. И так, погребенная земля в погребенном храме. Да мне сюда, да, сесть, собственно говоря, надо. Вот есть пару гайдиков. Это будет гораздо проще глянуть их, чем я буду рассказывать. Вот она, финалочка. Здесь будут эти невидимки. Короче, я не знаю, какой финал получится у меня, не получится здесь. Вообще абсолютно ничего не знаю. Вот, абсолютно ничего не знаю. Корабль я подкрасил немножко, потому что старый уже. Так, ну а пистолет у меня усовершенствованный. Здорово, чё там. Господи, у вас морды такие, да, иногда? Смотришь, просто офигеть. Вот, экстремальный холод здесь. Ну, ничего, я думаю, почему корабль так только криво садится как-то? А вот ихний кораблик, видишь? Кстати, я пытался вскрыть их, открыть, но, видать, какие-то технологии надо, чтобы открыть и зайти в этот корабль. Я бы такой угнал бы. Вроде они такие ничего хорошие. Я бы сказал бы, даже отличные. Мне надо сюда пройти. Здесь я уже знаю, что здесь куча-куча тел. И можно очень хорошо полутаться. Полутаться. Потому что народец перебил всех. Вот, можно пакетик. Ну, пакетик мне не надо никакой. Допустим, пакетик, да? Вот. А так вот отмычка надо, кстати. Блин. Не ту клавишу нажал, отмычка. Сердце пойдет. Кредиты. Мейлстром, кредиты. Ну, в общем, и ты тут можешь полутаться. Произошла какое-то обновление. Не знаю. И вроде вертикальную синхронизацию включил. Но вроде как какой-то, как вот непонятный разрыв получается кадров. Сейчас, допустим, переключу. Включу вертикальную синхронизацию. Но это не от этого. Обновление поприходило, так как игра лицензионная. Вот. И что-то я не знаю, как настроить правильно теперь. Так, ну что, переключил я. Ну, вроде то же самое. И мне кажется, что это только на этой локации такая херня. Так, ну что вы, где вы? Подальше от бочек этих. Ну, пошла жара. Пошла жара, да. Так, что вы там, подходите? Подходи. Самурай, а? Ой, здесь бочек много, только не долбани, а. Ты перезарядишь? Ёб твою налево. Вот это мне бесит, он перезаряжает, знаешь, как прям в Call of Duty Warzone.
Короче, слазить надо, наверное. Они не залазят особо. Да, вроде не залазят. Значит, чтобы битву не затягивать, будем быстренько. По ускоренному процессу. Главное не съехать, не соскочить никуда-то. Локация работает крайне паршиво. Вообще паршиво. Везде взрывчатки эти, офигеть. Так, ну где? О, блин, я только слез, ты залез. Ну ты издевайся. Ну ты издевайся. Вот бегать за ними, вот тут, кстати, мне кажется, ничего не проработано. Вот абсолютно ничего не проработано. Пистолет у меня уже так вкачан, что я не знаю, он должен с одного шота долбить вас. Вот, а я далеко стрелять, естественно, не могу на пистолете. Вот, и когда тоже точно стреляю, они просто куда-то деваются. Непонятно куда. Вот опять наверх залез, негодяй, видишь? Блядь, да ёб твою налево-то, а? Опять идти не могу. Только что-то граната там, я идти не могу. Вот раньше такого не было, блин. Я не знаю, это или с обновлением, или это локация что-то у нее происходит, понимаешь? Она с глюками какая-то. Че, уже наверху, да? Вот, найти артефакт, все, закончили с этим. Вообще, это можно было бы, наверное, как-то, я даже не знаю, пропустить, что ли. Вот, потому что, ну, это просто жесть. Это просто жесть какая-то. Так, вот, еще чуть-чуть, и я медицину прокачаю. Ну, как чуть-чуть, еще до хера жрать надо. Так, бежим сюда. И самое главное, здесь, прикинь, на этой локации не открывать. Ни в коем случае не открывать двери, которые закрыты на отмычку. Потому что происходит типа телепортация, типа в другое измерение. И если ты подходишь просто к двери, получается, да, в этом другом измерении, то выходит, как тебе объяснить, ты просто зависаешь нахер там, не можешь ни выйти, ни открыть отмычкой, а при этом в тебя будут стрелять. Вот он, погребенный храм. Я так полагаю, лучше сюда и, наверное. Да, сейчас, поговори мне. Так, ну здесь опять мелкие, да? Воины. Сколько вас тут, а? Вот, а это пираты. Защитник. Чё ты тут защищаешь, а? Смотри, как бежит, ёпы. Киберспортсмен, блядь. А по тебе попасть можно, да? Ну, все, это отлично. Я попал. Так, все, да? Сара Морган, ёпы, ты выглядишь, как они прям. Надо ключ забрать теперь, да? Где он? Нихера себе, здесь говорит. Вот, такое, ну, как-то я не знаю, на крыше, что ли? А как я на крышу? А, попаду, понял. Блин, да открой ты дверь просто, открой. Так, что здесь? Давай возьмем, только не трогай сейф, ничего. Что здесь есть? Лечение есть какое-то, да, у нас? Интересно, интересно. Кусачки. Так, короче, все. Больше здесь ничего не надо, пошли. Нам туда? Блин, высоковато. С такой гравитацией то. Вот, здесь прям спотыкается он везде. Посмотри, как бегает. Неровно, нехорошо. Нехорошо. Вот, здесь активируем и сразу можно сохраниться, в принципе, я просто. Для себя-то. Вот, зайдем. Так, кстати, что у меня кроме пистолетика? В моем любимом снаряжении есть еще фреза любимая, любимый пистолет 209. Так, и все остальное такое себе, да? И нет, 251 еще вот такой есть. 191 вот такой вот. Вот это я не помню. А где дробовик делал, я тоже не помню. Ну, это редкий дробовик, да, но это не тот дробовик. Тот дробовик был получше, наверное, где-то потерял, как всегда. Вот, заходим сюда, да, здесь наши инопланетные друзья, которые путешествуют
по вселенной сидят, мне так кажется. Ну да, по-любому где-то что-то есть. Вот, как пройти туда только, да? Не совсем понятно. Ну, здесь стекло, ёп... Нет! Можно? Мне надо туда. Все, закрыто здесь. Я думал, сейчас повисну. Пришлось бы перезагружаться. А, вниз есть что-то. Давай. Давай посмотрим. Здесь лабиринты эти сраные. Ой, вот оно. Да, перемещение. О, помните начало игры? Помните, да, это начало игры как раз. Сюда я шел долбать свой первый артефакт вместе с рудой. Ну чего, можем вот так поперемещаться. А, вот я и здесь. А что здесь происходит? Хранитель, подожди. Мне же надо добраться к тебе как-то. Да, 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 да. Ой, ёб твою, робот, ты чё горишь? Да ну, я так не вижу ни хера, блядь. Почему я стою? Почему я стою, не могу двигаться? Меня это бесит. В этой игре вот только то, что... Блин, уйди отсюда. Только то, что здесь все не сильно готово и отполировано, понимаешь? Блин, да открой ты, мастер, ни хера себе, блядь, турель. Я специально прокачивался. Улетай отсюда нахер. А мне сюда надо, да, или вот этих вот прибить? Хранители, они убегают вечно. Вот, а я пока догоню здесь, в этом неоптимизированном говне, значит. Скажи мне, а нахер ты в меню лезешь? Минус один. Сара без скафандра, это плохо. Не, так не попадет в жизни, короче. Даже если точно целится, да? Так, роботы, нахер. У меня броня достаточно нормальная. Сейчас я тебя, все. Бля, да отвали ты от меня. Звезднорожденных победил я. Это плохо. Но уже пол хп растерял здесь. Ну, я хорошо прокачался просто. 40 уровень не так простой, да. Аптечки, сердце есть. Что здесь есть? У меня еще такое есть лечебное. Панацея мне не надо. Травмпакет. Во. Травмпакет будем использовать, потому что аптечки закончатся. Дебил. Че пришел? Так, ну мне все равно сюда надо, да? И здесь все равно мастер. Я даже боюсь открывать. А, здесь что-то есть. Ключ. Вот, чтобы не взламывать. Так. Использовать компьютер. Так, что надо сделать? Производственная мощность. Элементы, дистанционное управление роботом. Активировать устройство. Обновление настроек друзей. Давай сделаем это. Так, вот. Настройка защита текущего пользователя. Все, активировать устройство. Активировать. Активировать подразделение. Активировали. Так, турель. Турель. Где обновление настроек, перекалибровка. Давай сделаем перекалибровку, чтобы по нам не стреляло. Так, вот. Вот, так, все. Все, я надеюсь, да, чтобы не деактивировать ничего. Так, здесь аварийный комплект. Отлично, здесь контактная криомина мне не надо. Так, кредиты возьму. Это что такое? Это что такое? Противопехотный? Не, это, блин, как его, подожди, где здесь? Бросить.
Такой не надо. Прям такой не надо. Дальше что нам надо сделать, я уже не прочитал. Все, роботы не трогают. Разблокировать и пройти как-то дальше надо. Я бы поставил на то, что реактор находился там основным источником энергии. Я не знаю, что здесь. Основной источник энергии, как бы. А аптечки такое будем брать. Естественно, наверное, не сюда нам, да? Не, можно и сюда зайти, только тут ничего нету, наверное. Так, Эллиптический вычислитель. Это что такое ограничение? На это и действует так. Пещера. Понятно. Ограничение, пещера, и в пещере все плохо. Так. Ага, ну вот, собственно говоря, сюда нам, наверное, и надо. Это телепортация такая, я уже выучил. Опа, я здесь был когда-то. Я у него. Я был здесь у него. Я был, я очень сильно обманул. Это Петров, да, я когда пиратом работал. Капитан Петров, я собираюсь закончить самую важную коллекцию. Так, ой, нет, опять не ты. Из всех людей во времени и пространстве, которые можно было бы попасть. Что украл у тебя артефакт, Петров? Он действительно был нужен для науки. I'm impressed. How did you don't deserve the final artifact. This life you've led, you're nothing but a thief. An opportunist. Да, я вор и лжец. Но если что, перебить их можно, да? Это несправедливо, я бы с радостью заплатил за артефакт, если бы вы мне позволили. Да, именно так, я увидел то, что мне нужно, и взял это. Кто бы это ни делал, я не ценю эти маленькие капсулы времени. Стража! Пошли нахер! Блять, куда вы так быстро прыгаете? Тихо. Так, а мне от тебя что-то надо? Ключ, кредиты, травмпакеты. Ну, в принципе, все. Ключ я взял. Ну, в прошлый раз как-то обошлось нормально. А, вот сюда мне надо. Просто сюда мне надо. В другое время. Все. Петров, конечно, страдает у меня, да? Что поделать? Так, буровая машиночка. Так, что у нас здесь? А, две аптечки. Дробь возьму. Ой, какой камушек. Кобальт. Кобальт я собирал для миссии. А здесь лифт у нас. Так, ну, я не буду проходить мимо. А ядовитая мина даже есть. Какие-то патроны. Шлем, говно. Я пошел. Нифига себе, заставочка пошла даже. Я спускаюсь на лифте. Господа, у меня есть пистолет и дробовик для вас. И я принес все артефакты. Ой, нет, это опять. Ёб твою. Давай, у тебя получится. Это нападение на них. Едва ступив на дорогу подмастерья вместе с нами, я не могу видеть еще одну душу, уходящую в пустоту. Так, подожди, а почему? А где остальные? Ну, я ходить никуда не могу, да? Это был я, это другая вселенная, в которой я умер? Призрак Крайса, а это я, ёб твою. Это какой-то трюк, пришел поиздеваться. Вау, стоп, я здесь не для того, чтобы причинять вам боль, Владимир. Какая-то заблудшая душа, здесь нет спасения. Я знаю, что потерять члена созвездия очень тяжело, но мы справимся с этим. Продолжайте идти вперед. Окей.
I get your meaning. Well, ghost from the other side, I'll keep what you said rolling around in my head for a spell. But for now, wouldn't mind if you gave me a bit. I just lost a friend. Только что потерял друга, ладно? Так, уйти от аномалии, найти артефакт. О, Сара, ты со мной? Мы найдем артефакт. А вот здесь прямо и найдем, я чувствую, да? Ой, я думал сюда и еще ниже. Еще ниже, Сара верная, как пес тут. Опа, лутик, 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 кредиты. Нифига себе, подвинутый чуд, 286. Хера себе, не, пистолет говно. Так, свинцовая дробь. Тяжелое вооружение. Ух ты, блин. Травмпакет. Ну, вот пистолет говно. Взрыватель тяжелых. Таблеточки. Сейчас, чувствую, будет у нас большое сражение здесь. Гранатки возьмем. Так, тяжелых. Так, это лазеры. Продвинутый. Что-то я взял хорошее. А давай посмотрим, что это. Так, во-первых, ВАВ, энергетический, так, ранец легендарный. Ладно, оденем его. Так, это ключ, это у нас 240, а вот 286. Ну, магазин на 2. А это гранатомет, да? Ну так, возьму его пока чисто потестить. Так, осколочную гранату. Возьму одну, пожалуй, да? Сара, ты набирай бесплатно. Халява, короче. Халява, реально халява. Пистолет у меня лучше просто. Реально халява. Тем более у меня 100 выстрелов еще. Блин, с этого здоровяка, прикинь. Опа, да это как снайперка какая-то. Нихера себе, прицел здесь неудобный. Где вы там? Держи. Сара, это ты или дубликат? Блин, а надо было пистик какой-то взять. Хера себе просто здесь. Ты дубликат. Ты дубликат. Ты не Сара. Сейчас я заправлюсь с жизнями. Ты дубликат. Держи. Так, ты не дубликат. Они все с этого стреляют, офигеть. Надо отступить чуть-чуть, Сара, чтобы выиграть войну. Это я был дубликат. Надо было раздеться. А, блин, это дубликат, Сара. Хера себе. Хера себе просто. А сколько вас тут? Много? Мне надо нормально перезарядиться. Да сколько ж вас тут? А где этот, который... А, вот ты где, да? Сара Морган, все нормально.
Во, так, дубликаты кончились. А вот и артефакт. Опачки. Лечение, аптечка. А нам все надо, Сара. Надо собрать и отмычка, травмпакет. Все понадобится. Главное, чтобы перегруза не было. Так, это еще один храм, походу. Еще один храм. Давай откроем, выучим знания. Раз нам сюда надо. А может, это и не знание, может, это телепортация во вселенную? Так, чё, убеждать я никого не буду, пушку перезаряди. А, блин, снова разговоры. Да, я понял, мне жаль. Вы оба одержимые, вселенная лучше будет без вас. Простите, артефакты единственное, что имеет значение. Короче, задница вам. Давай так. Нам надо где-то заныкаться, получается. За жизнями наблюдаем. Аккуратно, гасим. Ну, ты скафандр одела даже. Так, там охотники у нас, да? Так, жизни пополним. Блин, что-то с гравитацией здесь. Случилась беда какая-то. О, да, я использовал медицину 50 раз. Ну, наконец-то. Так, Сара, это ты. Прикрывай меня оттуда. Держи. Эмиссар 44-й. Короче, надо быть внимательным к здоровью. Вот что я хочу сказать. Блять, как здесь неудобно. Что здесь накидано? Тупорылый, да, стоишь тут. На тебе, греночка. Охотника нету, да? Ой, жизни идут, блин, а я думаю, что это? Жизни идут. Да уходи оттуда. Там что-то не так. Там жизни бегут. Где ты? Кири-кири-кири-кири-кири. Кири-кири-кири-кири. А, понял. Так, отлично. Аптечка. Травмпакет. Берем. Блин, да ёб твою налево, только не газовые баллоны. Я под вас, ребята, я хитрый. А чё я горю? А чё я горю? Блин, а долго они воскрешаться будут? Ёб твою налево. Хорошее оружие вот заканчивается, да? Граната. Отсюда я через стекло явно не прострелю. Это эмиссар, да, у нас? Я подзаряжусь. Опа, гранатка. Да куда ты стреляешь? Я что-то криво так стреляю в последнее время. Давай выйдем сюда.
Опа, понеслась. Это безопасность. Где вы здесь? Ёб твою, налево. Мне к нему надо, да? Мне вот так надо. Опа! Хера себе с гранатометом на дискотеке! Блин, я не хотел, там толпа была. Эмиссар, короче, да. Ах ты тварь, а? О, у меня жизни нет почти. Пожалуйста. Панацея, давай. Иммобилайзер, сердце, все, скушаем. Блядь, ну двигайся, ну иди, ну. Ну иди же ты, ёб твою. А, у меня и патронов нету уже на это говно, да? Так, хорошо, что-то я взял еще тут 251, давай. А я опять двигаться не могу. Да что ж такое-то, а? Тоже дробовик нормально. Так, ну что там? Что там, детки? Я с дробовиком. Гранаты кончились. За жизнями смотрим. А, Сара, тут проблема, да? У меня тоже проблема, я долго перезаряжаюсь. Тоже знал. Теперь еще и долго жизни надо хавать. Блин, сколько тут аптечек надо. Матерь Божья-то, а? Меньше ресурсов, что-то я жру такое уже, а? Турелька. 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 Где-то подо мной, да, засранец? А, мне просто сюда надо было попасть. А я жизни уже, ёб твою. Эмиссар! 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 Офигеть, ну началось! Ну началось, здесь роботы, турели, офигеть, просто офигеть. Так, вот та турель минус. Так, жизни сразу, ну его нахер просто. Хера себе. Это так по мне стрельнули сразу. ХП 0. А можно встать, да? А можно? Бля, а можно пойти, нет? Можно, да? Ой, спасибо. Ты просто не представляешь. Я сижу и не могу ни хера сделать. Просто ни хера сделать. Вот, ну будем так рубить. Блин, Сара, дубликат. Я даже патроны не хочу тратить на тебя. Понимаете? Где ублюдки эти?
Да не, я сюда отойду, что-то. Дубликаты пришли, блядь. Чё там? А, это дубликат. А где эти животные? Опа. Опа, они меня просто замочили. С двух выстрелов просто замочили и все. Так, да где же вы здесь? Дайте мне меточку, пожалуйста, где вы? Я ухожу. Меточка пропадает там. Ну вы все тут сидите, да? Ух ты, блин, опять смотри, какой-то ваншотный просто есть. Где он сидит, этот ваншотный? Я нихера не вижу. Вот ты где, да? Критическое ждал им. Блин, далеко, далеко, далеко он. Дубликат, дубликат не нужен мне. Мне надо этот мудила. Пока мы не встретимся снова. Чё, чё? Всё. Иди отдыхай. Давно. Опа. Артефакт, артефакт, артефакт. Непримиримое насилие. Артефакт, артефакт. Врата вечности. Я вас залутаю, ребят. А теперь посмотрю, что я взял. Так, артефакт. Так, ну это артефакты. Это понятно, хотя я им их не отдавал. Врата вечности. Нифига себе, 42. Урон. Но скорострельность неплохая. И магазин на 20. С пучком частиц. 79. Непримиримая легендарная лазерная винтовка. Давай посмотрим чисто вот эту. Мне интересно. Ну, ты понял? 1300 патронов у меня. Сара, что скажешь? You, я могу вам что? Да, ты мой лав. Пошли. Сюжет завершим. Взять. Нифига себе, где мы? Мы здесь же. Все, 42 уровень, 2 левела. Награды за задание. Офигеть, откровение. Гигантские, не обязательно поговорить с друзьями перед отъездом. Ну чё ж, ребята, следующее будет в следующем ролике, как бы. Вот он. Самая главная миссия, короче, которую только довелось пройти. Я 2 уровня поднял, ты представляешь? С вами был, как всегда, Алекс. Пока-пока, до скорого. Ну и жопа чуть-чуть горела.